начинается лето, рассылка была поздно сделана, многие даже не вспомнили про вебинар. Но, тем не менее, еще раз говорю, вебинары нужны для того, что делается книга. Это особая книга. Вот того, что я рассказывал, там будет еще одна глава, как минимум. Итак, скажем, вебинары по сусенке. Ну что, поехали? Поехали. Смотрите, как всегда здесь, Наталья Фимова здесь. Что-то мы недавно вспоминали. Не с вами. Так, Бухтиярова, куда без нее-то? Скугарева. Тоня, я жду это телевидение федеральное. Мир делала про вас передачу. Я все жду. Может, ее давно показал этот телеканал Мир. Может, еще не показал. Я найду это. Вот прям. Хорошо, хорошо. Дело чести, как говорится. Понятно. Значит, Антонина, а кто сейчас замечен? Никто больше не это. Не заступится, кроме вас, Елена Александровна. Я как раз знаю, что он не хотел обрезать. Дальше, значит, в общем, Тоня, я где-то бы увидеть бы передачу там. Может, вам прислали копию еще как-то. Вот. Был ли этот самый... Такой дали ехать телеканалу «Мир», как минимум из Москвы, снять, как вы с детьми посадили косточки. Кстати, они должны уже сходить. Вот, пока от вас известий свежих я не получил. Идем дальше. Так, начинаем сначала. Добрый вечер, добрый вечер. Кострома, добрый вечер. Иркутск, добрый вечер. Холодно. У нас тоже что-то до сих пор не это. Вот поверите, деревья спят. Чуть-чуть почки зеленеть начинают. Вот так, здравия, Бухтияров. Виноградов. И вам здравия. Сызрани плюс 24. Свиньин. Архангельск. Привет. 20-28. Ну, нормально. Московская область. Ночью было минус 2. Абрикосы железов пошли в рост. Но есть и подмороженное. Так. Хорошо бы от вас фотографии получить. Так, у вас интересно, это из косточек семечек, то есть из косточек или из саженцы? Валерий, день добрый, ваши абрикосы штуки с 11 зацвели, ура, им 5 или 6 лет. Из косточек, надо записи найти, еще не было вебинаров ваших. Благодарю, то есть еще до моих вебинаров, ладно. Да, здравия, перво. Ух ты, вы говорите, что деревья красить нельзя, да, нельзя. Я была на семинаре у Кихтенко в Молдове, он ореховод. Так он с самого начала саженцы закрашивает при посадке в яму с удобрением. И взрослые деревни у него побелены. Он гуру в этом деле. У него сад роскошный, его авторитет неоспорим. Ну хорошо, он ореховод, ладно. Можете приехать в село, сейчас все брошу. Помните анекдот? Дело в том, что ореховод есть ореховод. Вы же не сказали про абрикос. Я понимаю, что ореховодством вы не занимаетесь, но вы против побелки всех деревьев. Да, я железо против побелки всех до единого деревья из сотен миллиардов, из тысяч, из миллиарда миллиардов на всей планете. Так, например, если когда-то все-таки, видите, вы упомянули вон гуру, значит, и вы упомянули его, может быть, вы ему упомянете меня и скажете, что есть человек, у которого авторитет по абрикосам неоспорим, но все, кто спорит, почему-то сады не могут предъявить. Вот, это получается тоже неоспорим, но по абрикосам. Вот, прислушайтесь к его мнению. Возьмите и половину со следующего года, половину орехов своих саженцев не белите и посмотрите, что будет. А потом уже какие-то выводы. Потому что один не белит, у него хороший результат, другой белит. Вы считаете, что у него все прекрасно. А где-то есть еще истина. Потому что или вреда, или больше пользы от побелки.
Так, ну а так ваш пример неудачный. Все-таки орехи я тут ни при чем. Вот. Хочешь, пусть белят. На улице плюс 25. Плюс прямое солнце. Да, кстати, еще не забывайте, Молдова. Там совсем другой климат. То, что в Молдове, как в этом, что положено Юпитеру, не положено быку. Нам, сибирякам, и я включаю сюда, и северянам, я включаю сюда и Москву, и среднюю полосу. Для нас то, что на юге сходит с рук или даже пользу может принести, для нас вред страшный. Помните, я показывал, как можно, когда зима холоднючая, побелить так, чтобы она тепло отбрасывала. Вспомните, что белое цвет, оно это не греет дерево. Зима, холодина, морозы. А оно даже вот тот жалко несчастный солнечный лучи и тени принимает. Попытайтесь, раз вы стали, ну, назовем вас третейским судьей. Поговорите вы с этим самым, с Кихтенко, да? Ну, еще раз, некорректное сравнение Молдова и Сибирь. Некорректно. У нас страшный мороз. Так же, как мне это. Вот там, Мичуринский, мы режем, режем, ничего. Вот. Ну, советовать сибирякам же нельзя этого. Даже москвичам нельзя. Смотрите, что деньги лишние, есть побелку покупать. Ну, логично, Александр Николаевич, логично. Насчет Мичурина вранье. Мичурин про Брестку вообще не писал. Ну, я думаю, что с вашей уровнем грамотностью я скорее вам поверю, чем тому самому, чем той публикации. Гостевой книги приводил о клонении 4 томов 48 года. Полное собрание, нигде ни слова про обрезку. Так. Лецких, здравия, еще уточните, пожалуйста, хотите вернуть крупность Петру прививкой на академика? Это третий этаж или именно на сеянце академика? Сеянец академик вам известен, у кого-то уже эти растут, может, плодоносит, наркотик. Значит, память у меня практически отсутствует. Значит, академик или Фаина. Ой, елки-палки. Так, академик или Фаина, из косточки вырастила моя близкая, назовем ее сотрудница, ученица. Она живет в Челябинске, зовут ее Кузнецова. У нее две фамилии, Кузнецова и Карташова. Екатерина. У нее прекрасные получились из сеянцев плоды. По-моему, все-таки Фаина. Но, тем не менее, крупноплодная. Помельче, но очень роскошные получились плоды. Так, теперь, сейчас, может быть, кто-то, ну, нас, видите, мало совсем осталось. Ну, потом, да, за неделю-две количество просмотров увеличится до 500, до 600. Все на этом. А где тысячи уже вырастили мои эти, многие из косточек, чтобы кто-то сделал это. А что касается третий этаж, да, вот сейчас на третий этаж, то есть у меня на Манчжурец привито, значит, Королевский, а на Королевский я привил Петра Великого. И вот ему 2 года исполнилось, и пошел третий год. И вот первый цветочек, я думаю, что он один будет, пока увидел один. Вот. Но это будет, возможно, не самый крупный, только потому, что все-таки это третий этаж. А сеянцы академика у меня посадил в глину, больше некуда было. Они выросли сейчас вот такие, их там 10-15. Вот такие вот, ну вот такие. Вот. Их надо пересаживать, потому что совершенно негодное место. А потом, или я еще год порощу, за 2 года-то они все-таки станут пригодны для прививки. Сейчас не годны. Тонкий сильно. И тогда я привью на него Петра Великого, но это будет только второй этаж. И хорошее бы место, но в стране для меня места не нашлось. До сих пор не рассажены куча саженцев. До сих пор.